Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа 112, и я ее ведущий Мейрам Кошинчреков. Оперативная обстановка по области за прошедшую неделю. С 11 по 17 марта по области зарегистрированы две чрезвычайные ситуации техногенного характера, в результате которых погиб один человек, два человека получили травмы. 11 марта в поселке Атамикен города Павлодар в результате нарушений правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе получили отравление угарным газом и госпитализированы в медицинское учреждение в бессознательном состоянии мужчина 1965 года рождения и женщина 1972 года рождения, а также констатирована смерть мужчины 1996 года рождения, который скончался на месте. 16 марта поступило сообщение о пожаре в городе Аксу, в селе Курколь, в трехкомнатном жилом доме происходило горение деревянных конструкций кровли, домашних вещей на общей площади 60 квадратных метров. За отчетный период дежурно-диспетчерские службы департамента поступило 43 сообщений, из них о пожарах 1, о загораниях 16, о проведении аварийно-спасательных работ 11 и 13 сообщений различного характера. В период отопительного сезона на территории Павлодарской области участились случаи отравления угарным газом, основными причинами которых являются забитый дымоход, закрытие заслонки печи, неисправности конструкции печи. Угарный газ является одним из наиболее токсичных компонентов продуктов горения, который не имеет запаха, цвета и вкуса. Отравление происходит незаметно. Без оказания своевременной медицинской помощи возможен летальный исход. Симптомами отравления угарным газом являются головная боль, тошнота, слабость, головокружение, потеря сознания. Тяжелые случаи способны привести к осложнению работы сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при отравлении угарным газом. В первую очередь необходимо вывести пострадавшего на свежий воздух и вызвать скорую помощь. Необходимо обеспечить покой и непрерывный доступ кислорода. Если человек потерял сознание, дать нашатырный спирт. Если человек не дышит, необходимо провести искусственное дыхание. Кроме того, отравление угарным газом может наступить при нахождении человека в закрытом помещении, где находится автомобиль с работающим двигателем. Уважаемые жители и гости Павлодарской области, Департамент по чрезвычайным ситуациям во избежание несчастных случаев убедительно просит соблюдать требования правил пожарной безопасности. До новых встреч!